Привет-привет! Такая рубашка должна быть абсолютно в каждом кошельке. Дело в том, что она имеет магические свойства. Кошелек, в котором находится такая рубашка, сделанная из денежной купюры, никогда не будет пустым. Повторяйте за мной. Смотрите внимательно. Мелкие детали. Для того, чтобы сложить рубашку, давайте возьмем любую некрупную купюру. Сгибаем ее пополам, вдоль, разгибаем. Теперь обе стороны загибаем центральной линией. И снова разгибаем. Теперь сбоку отогнем небольшую полоску. Примерно на 0,5 сантиметра. Переворачиваем. И снова загибаем к центральной линии две стороны. Вот так. Теперь там, где у нас находится отогнутая полоска, отогнем еще раз назад. Вот так. А теперь отгибаем вот так диагонально. Сверху. Теперь с серединки отогнем в разные стороны вот такие вот тоненькие полосочки с двух сторон. Вот так. И отогнем нижние уголки в разные стороны. Вот так. Теперь поднимаем нижнюю часть наверх. А сверху накрываем уголками воротника. Хорошенько прогладим все сгибы. Вот так. Это даже у нас не рубашка, а тенниска получилась. Видите? С номером 2. До новых встреч! Пока!